Позови Келюсь, Бась. Келюська, Келюсь. Короче говоря, мои дорогие зрители, в общем, мой муж тут уже открыл. И по ходу дела Бася уже ел. Бась, ты помнишь, что это такое? Я не знаю, какая у них была реакция, потому что я не видела, но кто-то ему уже давал Баське. И поэтому я хочу сейчас вместе с вами посмотреть, как вот эти два животных реагируют на эту еду. Сейчас, секундочку, а то я не могу открыть одной рукой. Там в середине вот так вот. Вот такая вкусняшка. Так. Чего? Я что, зря бабосы потратила или что? Ну, Баська еще там что-то пытается показать, что он ест. Келюсь, а ты? Боже, бедную девочку. Келюся. Гляньте. Бася его любимый колбас не доел. Бася, что такое? Больше то горлопанишь. Не отвлекайся, ешь. Но Басю больше зовет окно, чем еда. На, вот тут я тебе положу, чтобы ты смог и в окно наблюдать, и кушенькать. Короче, Келюська, я так поняла, это не любит. Нет, Баська сюда развернулся. Келюся. Что, нет? Гляньте, как она аккуратно нюхает. Ой, Бася, что не дай, Бася все ест. То, что Бася гиперактивный мужик, а Келюська не очень. И гиперактивная женщина, поэтому... Моя жирнуська. Боже, да не давись. Она же Келюс порция. Видите, это такое, как сухари. Что, Баська в зубах позастрявала? Вообще застрявать не должно было. Наоборот, чищать твои зубы. Ну, Бася ест, видите, Келюс нет. Все индивидуально. Для каждого кисича все индивидуально. У меня, кстати, здесь есть такая вот табличка. Здесь написано. Бася не дает вам прочитать. Я все могу. По-русски я все могу. Бусёныш, ты счастлив? Келюсёныш. Келюсёныш, Келюсёныш. Келюсёныш. Келюс, иди сюда. А вот это что, Бась? Что колбасу не доела? Глянь. Глянь, колбасу не доел. Что такое? Боже, я жестокая мать. А Келюся ужас как любит вот тут здесь, чтоб ей чесали. Вообще. Почухали вот так вот хорошо. Глядя, аж подпрыгивает. Келюс. А Бася любит здесь почесать? И Баська любит, гляньте. Бась, что случилось? А не, Баська не очень любит, видите? Бася уже... Бася хамелеон. Хамелеонище. Не, ну хвостик, видите? Ну, хвостик такой. Нервный хвостик.